Привет, друзья! И с вами я, Михаил Шилов, автор проектов www.budushin.ru, www.budoblog.ru и www.makivara.ru. В этом видеоподкасте я хочу рассказать вам об одной полезной мелочи, которая может очень сильно облегчить вашу жизнь, тренировочную. Это вот такая штучка. Что это такое? На самом деле, эта штука мне знакома с самого детства. Когда-то, когда я был еще ребенком, совсем юным, мальчиком маленьким, то мама мне такую штучку давала тогда, когда у меня был насморк. Это, на самом деле, карандаш, так называемый, нюхательный карандаш. Вот. А в моем детстве в нем находилась какая-то ватка. В этой ватке было масло. Вернее, эта ватка была пропитана каким-то маслом, там, с эвкалиптом, мятой, чем-то еще таким. Был он такого желтого цвета, раза в два потолще, чем этот. Вот. И не знаю, насколько хорошо это помогало против насморка, но тем не менее. Вот такое было это средство. И сам в детстве эту штуку больше не видел никогда. То есть, когда учился в институте, школу закончил, учился в институте, потом работал, не встречался. То ли болел мало, и лечил, если насморк у меня был, то какими-то сосудосуживающими средствами. И было мне не до таких карандашей. А вторично столкнулся я с ними уже в Таиланде. Вот это, кстати, тайский карандаш. И применялись они там совершенно по другому назначению. Насморк там ими не лечили. Вообще мало кто болеет насморком. Вообще тепло, хорошо. Вирусные заболевания можно поймать, конечно, но вот сколько я ездил, это больных людей там особо не видал. И сам ни разу не заболевал, что называется. Вот. А применяются там они совершенно для другого. Для чего же именно? Ну, там очень жарко. И поэтому даже просто, когда сидишь вот так вот, уже жарко. Потому что температура достигает часто там 36-39 градусов. А еще в такую погоду приходится тренироваться. Тренироваться серьезно. Вот я езжу тренироваться тайским боксом. И температура, конечно, так, это ощущение такое, что тренируешься в бане реально. Особенно, если это происходит в сезон дождей, когда воздух реально влажный. То есть кажется, что после дождя стало немножко посвежее. На самом деле влажность еще больше делается воздуха. И на самом деле становится еще более душно. И нагрузка на весь сердечно-легочный комплекс очень высока. К этому, конечно, очень быстро привыкаешь. Но, тем не менее, когда тяжело, то это тяжело. Ну, так и должно быть, да, когда жарко. Так вот, есть два способа как-то подсвежиться. И оба эти способа тайцы применяют очень активно. Один способ для нашего человека, для нас, да, то есть абсолютно понятен. Там у них в кемпах стоят ведра с водой и со льдом. И вот после каждого раунда подходишь туда, и тебе на шею, на голову, льют эту ледяную воду. Есть очень большое искушение эту воду выпить. Очень мало кто может заставить себя ее не пить, да, глотками большими, а просто прополоскать рот и все такое прочее. Поэтому кто-то с собой просто воду носит, чтобы эту ледяную воду не пить, а пить просто свою принесенную. Но есть еще способ один, очень хороший. Вот мне очень понравился. Это вот эти карандаши. Фактически, наверное, это сродни тому, как если понюхать нашатырный спирт. Но нашатырный спирт абсолютно противный, да. То есть он, конечно, очень сильно прочищает мозги, сам стимулирует, тонизирует. Но это очень резко и крайне неприятно. А вот эти карандашки, они полезны. Запахи у них, в принципе, очень сильно напоминают те карандаши, которые были в моем детстве. То есть здесь тоже есть эвкалипт, есть, наверное, мята, наверное, евгенол, еще какие-то, гвоздичное масло, а еще там отдушки какие-то. Ну и по запаху оно гораздо приятнее и свежее, очень бодрит. Мозги прочищает просто капитально. И когда после очень тяжелого раунда, который уже 15-го, наверное, да по счету, прям в голове туманится, да, от жары и от такой большой нагрузки, открываешь такой карандашик и... И сразу становится хорошо. Можно продолжать действовать дальше. Вот такая штучка.
Очень рекомендую. На самом деле она полезна всем, кто занимается кроссфитом, на улице любит заниматься, да, кто занимается бегом. Зимой оно несколько не так эффективно. Почему? Вот когда я значит, на лыжах катался, воздух и так морозный зачастую. А эта штука, она как холодок. Она морозит слизистую носа, дает ощущение вот такой свежести. И действует из-за вот этого вот чувства холода, мороза, да, ну, на слизистой носа. Еще рефлекторно действует. То есть он бодрит. Как умывание холодной водой с утра, как когда вы почистили зубы сильно ментоловой пастой, где мяты много, это бодрит. И здесь это бодрит точно так же. Вот зимой воздух и так сам по себе бодрит. Не будет эффективно так, а вот летом очень хорошо действует. Также я могу порекомендовать его и тем, кто спортом не занимается, а тем, кто занимается там в огороде, да, как, там каким-то трудом на улице. Вот, великая вещь, чтобы не хлестать, значит, воду литрами, чтобы не пить ее столько, сколько не надо, да, потому что это будет удар и по сердечно-сосудистой системе, которая и так сильно перегружена, потому что у вас очень сильно вырастет объем циркулирующей крови. Также это будет удар и по венам, большой очень, опять же, потому что будет ОЦК высокий. Чтобы пить поменьше, а чувствовать себя бодро и свежо, вот рекомендую этот карандаш. Для велосипедистов, для тех, кто занимается боевыми вот, видами спорта, кроссфитом, неважно чем. Если нагрузка физическая большая, вам жарко, используйте. Очень рекомендую. Ну и маленький по скрипту такой, значит, как устроен карандаш, да? Я про наш-то рассказывал, что там была какая-то ватка, ну, в смысле войлок, да? И этот войлок был пропитан каким-то маслом. И ненадолго хватало. То есть, чем открываешь его чаще, тем он больше чем он больше выветривался. И, собственно говоря, все. Здесь немножко по-другому сделано. Крышечка, да? Смотрите, крышечка снимается. И здесь еще развинчивается. И вот здесь вот содержится такая штучка, то есть капсула. В ней находится масло. Но довольно много. Довольно много. А эта вот штука, это просто сам ингалятор, в котором находятся дырочки. И фильтр. Все это свинчивается. Вот эти штучки, кстати, у них в Таиланде продаются, они меняются. Там разные запахи можно делать. Вот. Но на самом деле они настолько дешевые, что проще купить и не менять ничего. Закрутил. Все. И все готово к употреблению. Поэтому, если кто-то из ваших родственников, друзей, или вы сами едете в Таиланд, обязательно купите штучек 10. Это и хороший подарок, сувенир, и вообще для себя пригодится. То есть его вообще хватает надолго. Вот такой вот одной из штук, если вы не потеряете, ее хватит на полгода, а может и на год даже. Вот. Если потеряете, она копейки стоит. Я покупаю сразу много, у меня в каждом кармане лежит. То, в чем я тренируюсь, во всем это, вот это все дело находится. А, и еще благодаря тому, что вот эта капсула, ну, где масло находится, она закрыта как бы шариком таким, да, вот, то были случаи, когда вот эта штука, так как у меня везде в одежде, везде все лежит, это попадало в стирку, в стиральную машину. Так вот, вода не попадает туда, и масло оттуда не вытекает. То есть оно не пачкает одежду стирающуюся и не разбавляется масло водой со стиральной машины. К тому же она и так еще сама по себе закрывается герметично. Так что вообще шикарная вещь. Пользуйтесь. Ну и самый последний момент. Вы же, конечно, понимаете, что не всегда этот карандаш должен быть обязательно тайским. Да? Я не ярый поклонник там, такой Таиланда, чтобы рекламировать там все только тайское, тем больше никакой рекламы. Да? Просто, значит, ингаляционный карандаш, все, какой он будет, марки, фирмы, производители, это совершенно не важно. Главное, чтобы бодрило, вот и все. Но еще хочу дополнить один маленький момент. И не всегда даже это должен быть и карандаш. Вот, опять же, в том же самом Таиланде есть и другой вариант. У них есть просто баночки, да, закрыты крышечкой. Баночки напоминают очень сильно баночки из-под детского питания, в котором находится пюре. Ну, только пробочка другая немножко, более так эстетично выглядит. И вот в этой баночке находится масло, и в нем плавают какие-то корешки. Вот как раз всякие вот те, которые пропитывают это масло. Там не только масло, там его масло со спиртом и вот эти корешки. Вот. И сверху это уже все.
закрыта мембраной, толстой такой достаточно, из какой-то тоже, то ли кокосовой стружки, то ли еще чего-то. Ну, просто баночку раскрывают, крышку, и из этой баночки нюхают. Все. Вот такой вариант у них есть. Он еще более дешевый, чем этот, а выглядит интересно, потому что вот эти корешки там, они придают какой-то национальный колорит. А есть еще один способ. Вот это надо постоянно нюхать, да, то есть раз понюхал, два понюхал, после каждого раунда надо бегать там, или надо подходить, открывать там, все, да, предположим, вы занимаетесь чем-то, вот у вас перчатки на руках, вы снять не можете их. Вам предстоит сплит такой из нескольких раундов, раундов 5-6, ну пусть из 3 даже, вы перчатки снять не можете, чтобы понюхать, вам надо, чтобы кто-то это сделал. Да, в Таиланде вот там, да, подходит тренер, баночку раскрыл, дал понюхать, все хорошо. А если это надо сделать самому, я сам придумал способ другой. На самом деле в Таиланде для всех вещей, вот таких вот со спортивной медициной связанных, для бальзамов, мазей, вот всяких нюхалок, масел, используются одни и те же, по всей видимости, одно и то же растительное сырье. Потому что пахнет одинаково практически все. Очень похоже. Ну, только нюансы какие-то. И на самом деле есть еще прекрасный способ. Вот продается у них там эта тайская мазь. И бальзамы зеленые, красные, желтые там всякие, да. Вот как средство выбора, когда надо, чтобы это действовало долго, я вообще придумал такую штучку. Берешь чуть-чуть этой мази, там зеленый бальзам я сам брал, буквально с головку спичную, и просто на мизинец и мажешь со слизистую нос. Потом я узнал, что они и сами так делают, но я этого не видел ни разу. А когда они увидели, как это делаю я, сказали, мы тоже так делаем, да. Вот, особенно тренера так делают. Ну, правильно, они там в кемпе по 8 часов работают, да, постоянно падают, держат, сами работают. То есть для них актуально это дело. И вот тогда спокойно, 3-4 раунда работаешь, все это дело действует. Вот тут единственный важный момент, не надо злоупотреблять количеством. Если много намазать, то в носу все просто гореть будет. Да, это все равно, что вьетнамским там, бальзамом, ну, звездочкой взять и намазать нос внутри. Хотя именно таким же способом тоже в мое время в детстве лечили насморк. То есть брали эту звездочку, вьетнамский бальзам, и чуть-чуть мазали слизистую нос. Вот так вот. Так что и этот способ тоже можно применять. Кстати, вот вспомнилось, наверное, вьетнамский бальзам для этой цели тоже может подойти. Вот вам еще одна рекомендация. Ну все.